Девчонки, привет! Хочу показать вам корректирующее боди Флоранж модель Элиса, если я правильно помню. Одно есть в распродаже. Есть не только, кстати, боди, а есть такой как боди, только с шортиками. Забыла, как это называется. В общем, все пропишу под видео. Чем оно мне понравилось? Во-первых, тем, что оно на лямочках. У меня есть утяжки в виде трусов завышенной талии. Я приобретала после первых родов. Нужно обязательно носить или корсет, или утяжки после операции. Вот. Но мне было неудобно, что они все время скатывались в район талии, врезались, и мне было очень неудобно. Это боди, оно на лямочках. Я брала в двух размерах XL и 2XL. И в утягивающих свойствах я разницы не заметила. Разницу заметила только в ростовке, если так можно сказать. Поэтому XL у меня уже забрали. Девушка пониже меня, я взяла себе только из-за роста 2XL. Хотя в XL я прекрасно помещалась, он точно так же собирал все, что нужно. После носки я уже и постирала. Один раз поносила, еще раз постирала. Ничего не деформировалось после двух стирок. Вот, стирала на ручной стирке в машинке. Выкроено. Все очень аккуратно. И что мы обе заметили? Во-первых, то, что помимо того, что он все собирает, он очень хорошо держит спину. Он очень дает хорошую поддержку для поясницы. Когда его одеваешь, то прям автоматически все выпрямляется. Ты стоишь ровно, позвоночник ровно, осанка правильная, живот подтянут. Конечно, девочки, он не творит чудеса. Если у вас есть живот, он все равно будет выпирающий, ну, в случае с моими размерами, да, учитывая, что я родила подряд двух детей, у меня полностью разорванный живот, и он после кесарева сечения, кто рожал с кесаревым сечением, меня поймут, особенно если с разрывами, он его подбирает. Это вот первое понравилось, что он работает со спиной вашей. Второе, что мне понравилось, это система, которая у вас внизу. На трусиках у меня, которые я покупала в обычном магазине, там просто клепки, которые все время расстегиваются. А здесь, как на бюстгальтере, крючки, и тоже можно немножко подкорректировать по росту. То есть боди хорошо корректируется по росту и на плечах, и между ног. Вот. Оно очень удобное, оно не расстегивается, потому что то, которое на клепках, у меня постоянно расстегивалось. Вот, и оно прекрасно собирает вашу фигуру. Поэтому, если у вас еще есть на распродаже, я его взяла за 800, что-то в районе 850 рублей. Не знаю, для чего под мышкой вот такой вот кармашек. Он как будто бы расслабленный. Возможно, для того, чтобы не врезаться в подмышки и не собирать вот здесь как бы жирок. Такое тоже бывает, например, бюстгальтера некоторые так прижимают вам под мышкой, что делает только хуже. Нет, он хорошо собирает, боков в нем не видно. Я знаю, что он еще с телесным оттенком, но в моем размере не было. Вот как он на спине. Такая высокая маечка. Тут уже, если спереди у нас два шва, тут три шва. И на попе он немножко как трусики танго, не знаю, как это называется, но не как обычные трусы. Немножко попа приоткрытая остается. Все хорошо натягивается, всю фигуру собирает, можно сказать, в кучку. Вот, и вы такая, конечно, не совсем постройневшая, но я могу сказать, что в джинсы свои 52 размера, они мне стали свободны. Я одела это боди и начала застегивать штаны, и мне пришлось одевать ремень, потому что штаны на мне болтаются. Конечно, в районе бедер они как сидели, так и сидят, а в районе талии джинсы 52 размера, которые, наоборот, собирали мой живот, они болтаются. В районе талии утягивающие свойства были сильные. Производитель — компания Lycra. Lycra специально для Флоранж. Вот, ну и это была бирочка Флоранж. Все ссылочки, конечно, под видео. И покажу вам, конечно, не на себе, а как под одеждой он выглядит. Тут вот размер указан. В общем, девочки, если у вас еще есть, как же называется? Комбидресс, по-моему, комбидресс, да. Вот это боди, а когда с шортиками, там есть комбидресс. Вот, я брала по распродаже, я думаю, их
В середине каталога опять добавят в распродажу, и вы их сможете приобрести. В общем, вот так он уже смотрится на теле. Волшебства он не сделает. Вот как выглядит мой кесаренный живот дважды за 2 года. Через 2 месяца, получается, после родов. На самом деле, без корсета все намного хуже. Потому что вот здесь у него просто разорванная кожа, и она вот так просто повисла. То есть жировой прослойки не так много, как самой кожи. Она вот так просто висит, как плоским, как это называется, фартук или как вот здесь. А благодаря корсету прям вот он приподнимает. Можно, конечно, живот втянуть. Вот, будет лучше. Вот покажу, как он на талии немножечко собирается. Даже видно линию трусиков. Какую-то кривую. В общем, корсет чудес не делает. Чудеса делают диета и спорт. Надеюсь, я скоро, ну не скоро, конечно, через 1/2 после операции мне можно делать будет упражнение вакуум. Это самое лучшее из того, что я пробовала в своей жизни. Вот, действительно убирает живот. Пока вот, что есть, то есть. Я даже его втянуть на самом деле не могу. Даже вот как утягивает меня корсет. Если я втяну живот, это не сильно изменяется. То есть корсет держит. Это вот наши штанишки Faberlic. Спортивка. Смотрите, как высоко сидит. Да, вот они, кстати. Вот спортивные штаны. Я бы хотела, конечно, комбидресс. Это который как с шортиками. Но их на калининградском складе нет. А я бы купила. Он тоже, кстати, на спортивный купальник похож. Вот тут он заканчивается, вот под грудью. В общем, вещь стоящая и действительно очень хорошо держит поясницу. Как бы вам показать. Блин, поворачиваюсь, он скручивается. В общем, хорошие чашечки. Такие низкие. А вот как дело обстоит с джинсами. Когда одеваю этот корсет, мне срочно нужен ремень. Потому что иначе они постоянно вот так вот легко сползают. Так что вот. Надеюсь, это видео было вам полезно. Пока-пока!